Приветствую всех своих подписчиков и гостей моего канала. Сегодня я хочу сплести вот такое простое, но очень нежное колье, двухъярусное, и кому интересно, приглашаю к просмотру. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Бусины 4 мм, я взяла такие белые и розовые. Можно выполнить из бусин одного цвета тоже. Дальше понадобятся бусины 6 мм немного. Понадобится леска. Так, нужны также колечки и карабин я взяла. Итак, отрезаем 3 метра лески и начинаем работу. Для начала набираем одну белую бусину и 7 розовых. И проходим через белую бусину. Делаем такой круг. Образовался такой круг у нас. И эту работу спускаем в середину лески. Для этого соединяем концы и двигаем в середину. Так, леска длинная, будет немножко неудобно работать. Но все же это лучше, чем потом соединять. Так, итак, я соединила. Один конец лески у нас отдыхает в первом ряду. Будем работать только вот этим концом лески. Правым концом. Вот. Давайте я вам покажу, по какой схеме будем работать. Может, кому-то так будет легче. Сейчас мы выполнили вот этот круг. Вот эти зеленые у нас белые бусины будут, остальные розовые. Сейчас нам нужно надеть 1, 2, 3 белые бусины и одну розовую. Давайте вместе начнем работать. Значит, 3 белые бусины. Раз, два, три и одна розовая. Так, надели, спустили. Сейчас берем нашу работу и заходим иголкой вот в эту вторую бусину. Вот сюда. Натягиваем. И будем иметь пока вот такой рисунок. Немножко неудобно будет плести. Все время будет леска. Ну, будет непослушная такая леска. Вот такой пока будет рисунок у нас. Вот. Дальше набираем 5 розовых бусин. Потом можно будет работу закрепить. 5 розовых набираем. Так, набрали, спустили. Сейчас берем нашу работу и заходим вот в эту первую белую бусину. Вот сюда. И натягиваем. Получаем такой рисунок. Сейчас у нас вот эти наборы будут повторяться. Лучше всего работу спускать не в середину лески, а вот этот свободный конец лески оставить 1 метр, а первый ряд плести с 2 метрами лески. Так будет лучше. Еще раз покажу 2 повторяющихся набора. Один набор вот такой. 3 белые бусины, 1 розовая. Заходим вот во вторую бусину. Вот таким образом заходим. Натягиваем. Второй набор. 5 розовых бусин. Давайте вместе наберем. Так, 5 розовых бусин. Вначале будет немножко неудобно, потом они улягутся, эти бусины. Можно будет вот так закрепить. Надела я 5 розовых бусин и сейчас заходим вот в эту первую белую бусину. Так. И вот эти 2 набора, они повторяются до конца. Сейчас плетем до желаемой длины. Вот эти 2 набора. При достижении необходимой длины мы начинаем плести второй ряд. Но до этого хочу обратить внимание вот на что. Вы должны считать вот эти пики, их должно быть нечетное количество. Вот.
И сейчас мы начинаем плести вторым концом лески, вот этим, который мы оставляли в первом ряду. Надеваем сюда иголку и начинаем плести. Хотя даже так уже колье весьма симпатичное получилось. Итак, мы подняли свободный конец лески. Сейчас эта леска у нас выходит вот здесь, а нам надо спуститься вот к этому пику. Давайте иголкой пройдемся по этим бусинам и спустимся на нужное нам место, вот сюда. Так, натягиваем и оказываемся мы внизу, вот здесь. Мы должны выходить. Теперь надеваем на леску 3 маленькие бусины белые. Раз, два, три. Одну большую. Уже работаем с бусинами 6 миллиметров здесь. Одну большую бусину надели. Теперь надеваем еще одну маленькую. Вот такой набор выполнили. Спустили. Сейчас вот эту бусину 4 миллиметра оставляем, обратно заходим в бусину 6 миллиметров и получаем мы вот такой рисунок. Смотрите. Так, и спускаем это все на самое начало. Вот что мы должны иметь. Смотрите. Ну, натягиваем хорошо. Вот что мы имеем. Сейчас надеваем 3 бусины 4 миллиметра. Давайте вместе тоже сделаем. Так, раз, два и третья бусина. Вот надели. Теперь смотрите, куда мы входим. Мы оставляем снизу одну вершину. Вот мы здесь вышли. Вот эту вершину оставляем, мы заходим в следующую. Вот сюда получается. Будем заходить через одну. Так, вот сюда. И вот получается такой рисунок у нас. Смотрите. Получается, мы будем прыгать через одну вершину. Вот так. И так до конца ряда. Давайте еще раз. Значит, набираем 3 бусины 4 миллиметра, одну бусину 6 миллиметров и одну бусину 4 миллиметра. И сейчас проходим обратно через бусину 6 миллиметров. Натягиваем. Получаем одну сторону вот так. Дальше надеваем еще 3 бусины 4 миллиметра. Давайте наденем 3 бусины и проходим через, вот оставляем один пик, проходим вот здесь, получается, вот сюда заходим на одну только бусину, и у нас такой узор получается. Итак, до конца ряда. По окончании нам нужно завершить работу. Вот у нас концы лесок выходят в одной точке. Сейчас нужно завязать, отрезать и подпалить концы лесок или по-своему спрятать. Потом нам остается повесить замок. Вот так поставила застежку. Нанизала колечко 6 миллиметров в диаметре вот сюда в бусину и потом уже карабин. И здесь то же самое. И вот такое колье у меня получилось. Такое нежное, нарядное и двухъярусное. Такое колье. Ну и все, я с вами прощаюсь. Желаю всем вдохновения, творческих успехов. И пока-пока, до следующего видео.